Йо. И мы вновь в этой игре, в которой мы угадываем игры. Лана, что это такое? Что тут за Пикачу, хавающий? Мы не подготовились. Мы, к сожалению, забыли, на чем мы остановились. И совершенно, совершенно не посмотрели. Но, кажется, я уже нашла, что это за игра. Да ладно. Ну и что, хотел сказать, есть идея, но у тебя есть идея. Как называется? Очень как-то длинно называется. Секундочку, сейчас я попробую это скопировать. Давай. Надеюсь, ты угадала. Вообще, я знаю, что на Свичару есть типа парные... Да не парные, точнее, а наоборот, они враждующие. Типа Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, например. И там тоже, которые... Блин, как же они назывались? Там тоже были вот прошлый год. Два издания, они типа как, ну не то что враждующие, но типа, я не знаю, чем они отличались, я типа не шарю вообще абсолютно, говорится, я позер, ну вот, а я их не покупал, хотел купить одну из таких игрушек, но типа, как итог, замотался и забыл. Ну что, Лана, что там? Я вот пишу, но почему-то. Вот, да, Shining Pearl, Brilliant Diamond. Вот что-то такое, типа они как эти. Ничего не понятно. Это точно эта игра, Ёши, это точно да? она. Как же быть? Что же делать? Что же делать будем, Лан? Скипать неужели? Лан, у нас есть скип. Что, будем скипать? Ну подожди, ну нельзя так сдаваться. Ну почему бы и нет? Ну короче, ребят, мы, честно говоря, немножко не знаем, что это за игра. Мы уже ввели, вот, точнее, Лана ввела вон все, я да тоже это попробовал. Точно она! Давай скип. Просто покемон? Серьезно? Вот это лютое осуждение, зачем ты обложку пихаешь из какого-то покемона, смотрите, крутится аж от злости. О, это вот одна из любимых моих игрушек на Свичаре. Блин, как же она называется-то? Я забыл. На Свичаре вообще, подождите. Она называется Super Smash Bros. Ultimate. Ага. Спасибо, Switch, можно тебя откладывать. Так хватит? Да? Ладно, так хватит. Работает. Так это... это, короче, где ты спасаешься. А как же эта игра называется, ты не помнишь? Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Ну, в смысле, вот тут спасаешься, там с земли потоп идет. Ну, как ты не понимаешь? Ты думаешь, это вот та вот, где выживать? Она же уже была. А, кстати, вы там меня корили за Арсенал, сорян. Да, я знал, что это вот что-то такое. Но что-то как-то в голову только кат шел. Поэтому... Извиняйте. Вот. Flute Escape. Да. О, крестики-нолики. А как крестики-нолики по-английски? Сейчас, так. Крестики-нолики по-английски. Тик-так-то. Ух ты. Все. Да, я знал. Отлично. Что? Это что такое? Ребят, вы шарите? Мы нет. Что это такое? Вообще даже примерно не представляю. Может, какие-то пазлы или звезды или... Я не знаю. Не, ладно, это скип. Это по-любому надо скипать. Ну, да. Ребят, напишите в комментариях. Очень интересно на самом деле. Угу. Так, ну окей. Дальше у нас... О, это ты знаешь. Это я знаю. Ну да, конечно. Ага, ага. Вот так вот, простите. Зальда. Конечно, Зальда. Я пока... Кстати, забери фрискип, он уже готов. Уже можно забрать его. А, у меня еще нельзя. О, подожди, вот эта игрушка, она в популярных постоянно висит. Блин, вы что, серьезно, что ли? Ну почему я не помню название? Counter-Blocks, может быть? Нет, не она. Так, Ёши, ты тут? Я, кажется, поняла, что это за игра. Ну-ка. Да! Капец. О, а это я знаю, что. Это я тоже знаю, ну пиши ты. Ну давай, я... О-о-о, извиняюсь. Хорошая игра. Мне нравится. Игра интересная. А ты эту угадывай. А я помню это, его по-русски только зовут Ам-ням, по-моему, как-то. Ам-ням, прости? Ам-ням, да. Ну, и логично, что в оригинале он вот как-то так. Ом-ном. Но нет, почему? Ну, что-то не идет. Но это точно он. Ну, может, там название игры чуть длиннее, разве нет? А есть разные, в этом-то и проблема. Ага. Ёши, я, кажется, поняла, первая часть называлась вот так. Да. А-а-а. Но он Ам-ням все равно. О, ну тут смотри, тут даже написано. Вон, напиши сама. Вон, видишь? Хорошо. Слишком легко. Угу. А прикинь, это была бы реклама другой игры. Ну, да, но я видел, как эта игра, в принципе, выглядит, поэтому я был уверен. Так, а вот это что такое? Ну, это вообще уже... не знаю. Это сложно, но я попробую подумать. Было бы здорово, если бы они хотя бы при скипе
говорили, типа, эта вот игра так называется. Кстати, но да. Такого, к сожалению, нет. Но это, кажется, что-то знакомое. Так, сейчас, вот так, да. А что это за игра такая? А, ну она вот так и выглядит. О, это я знаю, это я знаю, это Fruit Ninja. Да, ой, я уже опять написал. Ну, пишите. Штоф. Это как что-ж, только немножко да. По-другому. О, блин, это типа вот эти вот лего-штучки. Ну, это, кажется, лего Бэтмен, ну, если была такая игра. Ну, допустим. Может, тебе повезет, действительно. Я напишу просто лего. И мы не узнаем, кто из нас прав. Ладно, не я прав. Да, действительно. О, это я тоже знаю. Я в это даже играл. Ух ты. О, давай это ты. Horrific Housing. Ага. Откуда я знаю название этой игры, блин, в смысле? Почему я ее помню? Я пытаюсь написать с первого раза правильно. Ого! О, пиши ты. Это тоже, давай. Твое, блин. Так, а это... Playing Crazy. Да? А мы не играли в это, по-моему, ни разу. Не играли. Я просто открыл вон игры Роблокса рядом и типа... Ты чего подсматриваешь? Ну, я подсматриваю. Ну, немножко подсматриваю. Ну, блин. А это что? Это без понятия. Я в такое не играл, но... Блин, подожди, нет, она у меня есть, по-моему. Расчехляем, так сказать, Свитчеслав. Есть Вячеслав, а есть Свитчеслав. Так, сейчас, как же она называется? А, так это, Super Mario Bros. Deluxe. Ну-ка. Да? Может, ну, может, это оно, может быть, нет. А может, просто так написать? Нет. Да, Вупер, блин, ну, конечно, Вупер. Не, ладно, похоже, это не она. Но я в любом случае не во все Марио... Возможно, понял. Возможно. Там фрискип, кстати говоря, забери. У нас я уже забрала. Два фрискипа есть. Да, но ну эта игра, Йоши, называется Super Mario Party. Сейчас. У меня сейчас, ее сейчас. Нет, у меня нет ее. Потому что особо как-то, ну блин. Но она тоже, кстати, на Switch. И очень странно, что ну, здесь да. Столько игр именно на Switch. Мне кажется, что ребята, которые играют в Roblox, в смысле, да это она. Не знаю, что за дела. Че, скипаем? Или хочешь попробовать еще? Так, Ёж, я не хочу сдаваться, есть еще какая-то вот такая версия, но это тоже неправильно, поэтому это очень нечестно, потому что эта игра называется Super Mario Party. Может быть, просто написать Super Mario он пропустит? Или просто... О, что? Ты прочитала меня, ты прочитала. Смотри, я тоже написал в ту же секунду, блин. Обалдеть. Капец, просто крутышка ты. Так, это Plants vs. Zombies. Вот так. Ха. О, это ой, ты, это давай. Что? А я не знаю, что это. Блин, а как этого чувака зовут? В Дискорде пойти спросить, что ли? Так, ладно, подсказочка подъехала. По идее, как-то так. О, Лана. О, Лан, прием. Неплохо. Пойдем, а это кто? А это... Какой-то червь. Какая-то вот эта штука с ИО что-то там. Сейчас, подожди. А, я знаю такое. Я такое видел. Я в такое даже играл вроде бы. Ага. Только вот тут будет сложность, потому что как бы их было много вроде как. Угу. Так, если это неправильный вариант... Фу, господи, наконец-то. Это было очень долго. Крутышка. Блин, опять эти Марио... Слушай, давай, может, чтобы не тратить нервы, просто скипнем уже, потому или что просто это... напишем Марио. Марио? Оно... Нет. Нет, это не просто Марио. Ладно, давай так. Угу. Еще раз по-русски. Конечно, Марио. 3D. Нет, давай. Супер Марио 3D. Я умываю руки, Лан. Подожди я секундочку. Устал. Я просто ищу все игры по Марио, и среди них, похоже, это может сработать. Ладно, ладно, это разумно, но, блин, это долго. Да, они как-то вообще стали гораздо сложнее, чем было в начале. Да, поддерживаю на самом-то деле. Ты почти был прав. Через 6 секунд, да? Почти прав был, 64. Ладно, я тебе... Ёжи, подожди, Надя, проходи. Спасибо. Я забирал фриски, блин. Кстати, тоже надо так, а это, сейчас, я видел, где-то сейчас, видел. Сейчас. Это логично, это что-то про зомби-атак какой-нибудь. Да, но я не играл в эту игру, это точно. Ну-ка. Нет! Это не оно, в смысле? А почему не зомби-атак, как я и сказала?
О, это я знаю. Да давай, это тоже с тебя. Ну что так долго? Поехали. Так, секундочку. А что, что не так? Ты как понимать, Лана? Ты не с первого раза. Как это? Что это такое? Тут как бы надо уже наказать, так сказать. Осудить. Извините, опечаточка небольшая. Она немножко не так пишется, но я была уверена, что она пишется именно так. Вот так она пишется. Понял. О, как там? Снейк. And лестница как? Не знаю, но я первый раз вижу эту игру. Что это Змейки и лесенки? Ага. Ой, конечно же, Ladders. Ladders. А, что? Может, змеи тоже во множественном числе? А, да, ой. Ты просто гениально. Спасибо. Кстати, да. Очень такая вдохновляющая... О, Ёж, это ты пиши. Причем это же последний, а прокатило как первый. А это что такое? Это Forza? Я не знаю. Forza Horizon? Нет. Значок какой-то странный. Что это такое? Ну, у Forza похожий значок или нет? Я не знаю. Да, это ее значок. Подожди, а я как-то не так написал? Может, просто Forza? Forza просто, то есть Horizon тебе не нравится. Ладно, твоя очередь, давай. Что же это за игра такая? Я не знаю. Что же это такое? Это ромб кривой? Я даже не знаю. Наверное, это... Это... Сейчас, подожди. Майен Круфт. Майен Круфт. Ромб, ромб же, да? Ромб, ромб. Локс надо писать, ромб, правильно? Ромбокс. Ромбокс, правильно. Или как правильно? Ну, ромб, ромб же. Сейчас, перевернутий квадрат. Перевернутий квадрат. Ёша, прокатило, это действительно... Блин, чё? Действительно, это перевернутый квадрат, ура. О боже, мы победили, мы выиграли в этой игре, а игра-то закончилась, правда? Получается, правда, да? А зачем мы столько скипов вообще использовали? Не знаю, но три скипка у нас осталось еще. Давай используем здесь, Ёша, иди сюда. Давай, так, скип стейдж. Чего? Так, секундочку, скип. Ха! Эй, можно пойти посмотреть, что там... Что? Забирай. Что тебе? Мне свой отдать или как? Все, поехали. Смотрите, это сколько мы прошли. Обалдеть. А что там сверху? Кстати, слушай, можно наверх попасть, мы туда не добирались сейчас. Так это обе, так нечестно, надо обе проходить. Все честно. О. И что тут? А тут приз какой-то? Код обе мастер. Окей. Обе мастер. И? Что? А, ой, слитно, блин. И что мне дали? А что дали? Скип дали, видимо, я не знаю. Да, по-моему, скип. Но это нечестно, это очень не вовремя. Этого не стоило абсолютно. Я погнал, давайте. Ну, в общем, прикольно вышло, мне понравилось. Все, Лан, мы в начале. А ты где? В начале. Меня не пускают в начало. Вот сюда. Вот, смотри. А-а-а. Ну все, ладно, мы прям довольно хорошо знаем игрушки, в которые играем, играли. И не играли. Планировали играть или не играли. А я сказал, не играли вроде бы уже. Так что, ребята, пишите в комментариях, играли ли вы во все эти игры. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.